Отопительный сезон в Усть-Майском районе начался по графику. Тепло сегодня получает весь жилой фонд, производственные и социальные объекты. А все запланированные ремонтные работы и завоз угля выполнены на 100%. Подробности далее. Отопительный сезон в горной части Усть-Майского района длится 268 дней, чуть меньше при Алданской зоне, а подготовка к нему занимает всего лишь 3 месяца. АО «Теплоэнергосервис» за короткое летнее время проводит большую работу, чтобы обеспечить бесперебойную деятельность своих объектов. По поселку Ульдикан у нас в плане стояла инвестиционная программа, это реконструкция котельных. Мы убрали одну котельную в Ульдикане, сделали соединение, значит, с центральной котельной МКУ-10, переложили, значит, тепловые сети порядка 2 километров. Тепловые сети ложились уже по современной технологии, уже в предизоляции ложились. Также у нас по Усть-Май, значит, была проведена работа по перемещению котельной на участок тут больницы. Уголь доставляется речным транспортом из Джибариков Хая во время навигации. Он складируется возле котельных и на угольном складе в поселке Ильдикан. В полном объеме завезено угольное топливо на все котельные филиалы. В целом завезено по филиалу 43 тысячи тонн каменного угля для работы котельных. Прошлый отопительный сезон прошел без боев, и мы надеемся, что наступивший не принесет усть-майцам никаких сюрпризов, несмотря на суровую якутскую зиму. Елена Александрова, Роман Александров, НВК Саха, Усть-Майский район.